Приветствую вас на канале, в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты». Почему-то многих тревожит вопрос, куда запропастилась Скобеева. Соскучились? Ну хорошо, давайте посмотрим. Вроде бы с конца января она исчезла, ее не видно на шоу. Муж ее отмалчивается, он сейчас сам ведет эфиры и, собственно, никак особо не комментирует ее пропажу. Давайте посмотрим. Ольга Скобеева, что происходит в ее жизни? Ольга Скобеева, что с тобой происходит? Где ты? Ольга Скобеева, где ты? Что с тобой происходит, Ольга? Звезда. Колесо фортуны. Он что-то новенькое готовит. У нее фортуна. Мир. Похоже, она вообще где-то за границей. Она где-то за границей. У нее колесо фортуны, мир, король жезлов, король мечей. Новые дороги. Паш, рыцарь жезлы. Чего-то она ждет, принимает какое-то решение, чего-то ждет. Я думаю, она появится в эфире. Объявится. Скорее всего, она где-то выехала. Может быть, где-то за границу выехала на отдых. И, скорее всего, она объявится в каком-то новом. Или новое будет шоу, или новое амплуа. Знаете, как снова в бой. Опять будет много говорить. И много говорить вранья. Потому что опять у нее здесь сплошные бредни, да, по-скобеевски. Будет нести много их, прямо польется у нее из ее рта. Ну, я думаю, идет какая-то подготовительная работа, скорее всего, к этому, возможно, новому шоу. Видите, она в жуткой зависимости, она уже ничего не может изменить в этой жизни. Она будет делать то, что ей говорят, абсолютно зависимое лицо. Возможно, ей дали перед этим каким-то новым шоу или каким-то новым, знаете, новой движухой, ей дали какой-то отдых. Сильно подозреваю, что за границей, сильно подозреваю. Объявится Скобеева ваша, объявится, будет опять. Все у нее нормально, почивает. Объявится, будет снова вещать чистую ложь в большом количестве по дьяволу. Ну, собственно... Никаких трагедий, судя по всему, с ней не случилось. Ну, хотя трагедия с ней случилась, конечно, давно на самом деле, когда она встала на этот скользкий путь. Хорошо. Чем закончить свою карьеру? Ну, так, для интересу. Как-то мы делали на нее расклад. Чем она закончит свою карьеру, Скобеева? Чем же ты закончишь свою карьеру? Императрица, башня. Ой, ну что, жизнь она свою спасет, но, видите, разрушение ее ждет и некое забвение. Где-то заныкается, возьмет паузу, спрячется. Но жизнь, конечно, спасет. Тут, знаете, хотя как-то это несправедливо, да? Несправедливо. Хотелось бы ее так... хорошенько так приложить об кремлевскую стену, да, так головой, чтобы мозги на место встали. Но нет, жизнь не сохранят, конечно. Жизнь не сохранят, но как четверка мечей эта башня отыграется, вы же понимаете, отыграться может совершенно неожиданным образом. Обманется она в своих ожиданиях, в своих мечтах, в своих планах, естественно. Тут однозначно обманется. Император. Ну, император ей, то есть власть ей помогают.
обещают ей надежды, только все рухнет. Да все рухнет, понимаете, и власть рухнет, и император, и надежды ее, и все у нее рухнет, и вообще, Оля Скобеева, дура ты. Дура ты, Оля, дура. И не лечишься. Ну, собственно, пока что она вернется, я думаю. Я думаю, она вернется к своей деятельности пока. Но это ненадолго. Такой расклад.